На территории Гайского городского округа участились случаи пригорания пищи на плите. Так, накануне в дневное время пожарным расчетам пришлось выехать на улицу Молодежного, поскольку подъезд многоквартирного дома заполнил дым. Оказалось, что собственник квартиры на первом этаже надолго оставил разогревающуюся в кастрюле еду без присмотра. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гайскому городскому округу и Новоорскому району напоминают о простых правилах, соблюдение которых поможет избежать более серьезной беды, чем просто сгоревший обед или ужин. Уважаемые граждане, напоминаем вам о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. При эксплуатации газовых приборов запрещается оставлять их включенными без присмотра. Во время приготовления пищи рекомендуем не покидать кухню, не оставлять рядом с плитой полотенца, бумагу, деревянные ложки и другие легко воспламеняющиеся предметы. Также не забывайте выключать бытовую технику после ее использования. Кстати, наибольшие опасения сотрудников МЧС вызывают случаи пригорания пищи в многоквартирных домах, потому что огонь и дым в помещениях коридорного типа распространяются очень быстро, а плотность заселения людьми обуславливает повышенную опасность при пожаре. Напоминаем гражданам, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность со штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Людмила Фролова, служба информации телерадиокомпании «Евразия».